Всем привет! Сегодня 1 ноября, тихая охота в Карелии продолжается. Приглашаю вас прогуляться со мной в лес. Это один из лесов моих любимых грибных, Прионежский район. Сегодня теплый осенний день, плюс 8 градусов тепла. Выглянуло солнышко, благоприятные погодные условия для поиска грибов. Посмотрим, какие грибочки еще есть, какого качества, в каком количестве. Были уже и первые заморозки, был уже и первый снег. Попробую сегодня испытать удачу и найти съедобные вкусные грибы. Выпуск будет интересный. Поехали! Вот еще даже не успел зайти в лес. Здравствуй, березка. А вот какая красота растет. Это оранжевые вешенки. Обратите внимание. Маленькие еще. Начинают расти. Вот совсем малыши. Вешенки, характерное им название, из висячего положения. Тоже съедобные грибы. В прошлом году их собирал, готовил и кушал. Оранжевые достаточно редко встречаются, но сегодня мы их нашли. Отличная находка. Пока оставлю их. Вот их сколько, ух ты! Оставлю их пока на дереве, на обратном пути возьму. Не случайно я в этом лесу нахожусь. Здесь большое разнообразие грибов, особенно летом. Вот у нас прямо по курсу. А это старая волнушка уже. Вот, трутовики. Красиво растут. Старенькая березка. Очень много белых грибов, подосиновиков. Насоление грибочки. Но поздней осенью благородные грибы уже большая редкость. Посмотрим трубчатые лисички, вешенки. Ламулину посмотрим. Какая красота, а? В ноябре свежий воздух. Лес красивый. А вот еще другой вид. Используется в медицинских целях. Лекарственные препараты изготовляют. Посмотрите. Опята старенькие уже какие, а? Думал, чага издалека. О, дятел поработал. Насекомых добывает. Так, а это у нас грибочки вот еще маленькие идут там. Обратите внимание, в трещине старое дерево. Вот здесь вот. Да, это фламулина. Яркая шляпка. Темная ножка должна быть. Посмотрим. Да, фламулинка. Только старенький грибочек уже. Скоро пойдут, значит, молодые. Это зимний опенок. Не боится морозов. Болотинка. Ничего себе. Еще заячья капуста. Молодые, как щавель. Очень вкусный. В детстве, помню, ели его. Растет массово тора. Вот они еще появляются из-под листиков. Молодые. После снегопада пошли. Ничего себе. Вырубили лес. Березки, сосны. Без колес стоит. Я в шоке, друзья. Вот так вырубаются леса. Законно или нет, как вы думаете? Напишите. В общем, такая вот история. Пошел в лес и смотрю. Еще один лес мой знакомый. Рубят тоже здесь на корню. Сейчас я в прямом эфире нахожусь. Сейчас обойду, посмотрю еще здесь территорию. Здесь КамАЗ стоит, лесовоз. Сломался или нет? Вот свеженые пильные елочки. Вот там все вырубили за моей спиной, можете видеть. Сейчас обойду еще, посмотрю, там лесорубы работают.
Реально, просто не знаю, куда уже ходить. По ссылочке выше закреплю фильм, посмотрите. Там я тоже видел, пришел на один из своих лесов, а там его вырубили. И вот сегодня картина повторяется в другом лесу моем. Зашел в лес, буквально прошел 400 метров. Да, это просто беспредел, по-моему. Шокирующие кадры. Без валерьянки не смотреть. Лесорубы работают, лес валят на корню. Может быть, здесь, конечно, будет какая-то дорога, я не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ух ты. Здрасте! Дорога будет или что тут? Тут вообще все вырубаться будет. Да когда я просто тут грибы хорошие собираю, еще есть грибы. Теперь тут есть. Много вы будет вырубаться или как? 21 гектар. Так это все законно? Да. Недавно начали рубить только, да? Только недавно, да. Неделю. Тут такие грибные места просто. Все грибы. Я понимаю, тут. Да. Туда тора будут, до домов, до всех врубить. Да, да, да. Все вырубать. Все вырубаться будет. Ну, это болото тоже заберем. Так это за зиму, что ли? Да. Пипец. Строится, собирается. Здесь уже все, этот край сейчас все рубится будет. Кто, подрядчик или разрешение там, это какие тут есть вообще? Мы через подрядчика. Лесничество? Там частный мужик, короче, эту территорию взял. Ну, это надо у хозяина спрашивать, его фамилию. Ну все, разрешение есть все, да? Да, все, разрешение, все везде. И у нас тут разрешение все. А то просто много незаконных вырубок сейчас, тоже в этом. Не, тут все по этому, по документам. Мы, бля, эти документы ждали больше полтора месяца, чтобы приступить работать. И когда по срокам тут закончите? По срокам до конца зимы должны. Ну, у нас сроков нету. Как закончим, так закончим. В той дороге 15 метров не будет трогаться. Полоса будет зеленая идти. Ну, как там дорога-то идет? Так а куда теперь в лес-то ходить за грибами? Это не у меня, спрашивайте. Нам сказали, мы делаем. Да, плачевно, конечно, плачевно. Там еще мы не работали. Вот еще дорогу пробили вот туда. Ну, уже сейчас человек здесь сейчас валит. Один сюда сейчас упал, а на кубу будет сюда валить. Я сюда иду. Потом я валю сюда. Грубо говоря, к следующему сезону ничего уже не будет здесь. Да. Следующий сезон здесь и вырублено. Тут надо будет уже засыпаться, постройки делать. Ух, для меня это просто беспредел, конечно. Хоть все это и законно, но вы сами все слышали. В следующем году здесь леса у меня не будет этого. Очередного леса лишился в этом году. Просто шок, а. Других слов я не подберу. Ну вот что творится. Про целая дорога. А там вот болото. Клюкву я собирал. Очень много ягод было. Будет дорога, будут дома. Ягод не будет. Просто в шоке. Thank you.
Друзья, в общем, вы видели все сами. Просто вырубают на корню весь лес. Я не знаю, что останется дальше. Грибницы пострадали однозначно. Самое главное, лес. Это богатство Карелии. Ну что творится, вы услышали все сами. Для грибников это просто беспредел. Ах, елочка бедная. Не знаю, я продолжу сбор грибов дальше или нет. Настроения уже нету. Вот лесовоз и вырубленный лес. Забил я точку в навигаторе на всякий случай. Здесь, где я нахожусь как раз. Минус 2 леса у меня в этом сезоне. Вырубает все на корню. Буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Всем пока.